Процесс прозрачности принятия решений регламентируется двумя нормативными актами, национальными в данном случае. Это закон о прозрачности процесса принятия решений и положение правительства о введении в действие закона о прозрачности принятия решений. Кроме того, на местном уровне есть и другие местные законы. Первый закон – закон о законодательных актах, закон о регламенте Народного собрания, который тоже частично описывает прозрачность принятия решений. То есть, как минимум, мы видим 4 законодательных акта, 2 национальных, 2 местных, которые регламентируют этот процесс.